по правому краю села почали просто відступати через поле. Поки ми займалися кожним будинком, після цього вони почали просто руйнувати це село. Запрыгуйте, запрыгуйте. Заход, заход. Сори, брат. У Киева, да? Ну, во-первых, мы там договорились и получился неплохой договор но в зависимости от того, какие цели мы перед собой ставим, мы должны решать вопросы по мобилизации. Но нет такой необходимости сегодня. Это первое. И второе, вот то, что я сейчас скажу в конце, заключение контрактов с контрактниками, да, вот сейчас, на данный момент времени, набрали свыше 150 тысяч. А вместе с добровольцами 156 тысяч человек. Mm-hmm.